В Архангельской области вдвое увеличилось производство аквакультуры. Эту тему также обсуждали участники открывшейся в Архангельской конференции. И при показателях в 300 тонн потенциал для товарного рыбоводства в регионе в 50 раз больше. Центр развития аквакультуры САФУ сегодня вместе с губернатором посетил глава Федерального агентства по рыболовству. А еще побывали на базе тралфлота, где оценили потенциал промысловиков. АТФ – старейший траловый флот страны. Сегодня в его состав входят специализированные подразделения по ремонту судов, перевалке и хранению грузов, обеспечению и переподготовке плавсостава. Сейчас на базе технического обслуживания Архангельского тралового флота проходит текущий ремонт траулер «Викинг». Он построен в Польше почти полвека назад, приписан к порту Мурманск. Владелец траулера уверен, что вернуться на промысел судно должно во второй половине мая. Сколько у вас всего судов? Три. Вот этот корабль приобретен, а два мы построили в Северодвинске. По проекту вместе с Росрыболовством, администрацией области. Актуальным остается не только вопрос, как добывать рыбу, но и как ее выращивать. И, похоже, опыт Поморья имеет все шансы быть названным передовым. В 2021 году на базе САФУ создан Центр развития аквакультуры. Этот центр решает две важные стратегические задачи. Первое – подготовка кадров специалистов по аквакультуре. Второе – проведение научно-инновационных исследований. В свою очередь, научно-инновационные исследования подразделяются на разработку рецептуры, лицензирование и апробацию кормов для рыбы и рыборазведения. И второе – это выращивание рыбы и исследование болезней рыбы. Сейчас рыбоводные предприятия Архангельской области производят более 320 тонн аквакультуры в год. Однако в целом потенциал для товарного рыбоводства в регионе оценивается в 15 тысяч тонн биоресурсов. Мы сегодня уже обсуждаем вопросы о возможности использования акватории Белого моря для выращивание атлантического лосося. Действительно, перспектива, вот если еще недавно нам казалось, что из-за того, что оно замерзает, тут практически нет никаких перспектив, то сегодня бизнес уже видит технологические решения, каким образом это можно сделать. Но здесь, возвращаясь опять же, цитируя главу Росрыболовства, если мы найдем этот баланс между развитием и сохранением экосистемы, то этим надо заниматься. Руководитель Федерального агентства по рыболовству подчеркнул, что вопрос экологической ответственности приобретает все больший вес. На самом деле, возможность выращивать те виды рыб, которые мы в таком количестве не можем добывать. Это, конечно же, связано и с семгой, связано и с форелью. И ни в коей мере мы не пытаемся здесь заменить Дальний Восток. Это на самом деле создать большой выбор, ассортиментный ряд для потребителей. Конечно, аквакультура занимает важное место сейчас для рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации. Тем важнее, что Высшая школа рыболовства и морских технологий САФУ с 1 сентября приступает к реализации новой программы бакалавриата по направлению подготовки водные биоресурсы и аквакультура. Кроме того, в этом году 150 специалистов, выпускники Высшей школы, приступят к работе в отрасли рыболовства. Они прошли практику на предприятиях, потому, по словам губернатора, это уже не теоретики, а готовые профессионалы. Александр Богданович, Денис Линчевский, Регион 29.